Георгий, привет! Сегодня что, ты хочешь выбрать? Новый мотоцикл, вот эту машинку или что, или квадроцикл? Вот такую ты хочешь? А ты, может быть, попробуешь сначала, выкатишь ее, посмотришь, какого она цвета. Ты у мальчика спрашиваешь его мнение? У тебя дома свой братик есть. Он, мальчик, посмотри, он уже тебя постарше. Вот. Ты видишь, как красиво? Ты видишь, как красиво? Давай, какую ты хочешь игрушку? Давайте я вас вот с мальчиком засниму. Ой, какой, да. Вот, так вот такой ты хочешь? Ну что ты как маленький? Тебе уже 1.5 года, пора уже разговаривать. Да, скажи, пожалуйста, что это машина. Скажи, это машина. Или вот, нет, ну это совсем для маленьких. Сынуля, у тебя есть такое, это нам не надо уже такое, это для маленьких. Это совсем для маленьких. Сынуля, иди пригляди, пожалуйста, что-нибудь просто поинтереснее, подороже что-нибудь. Иди посмотри получше. Вот эту, да, например. Нет, не эту. It's not nice. Он мальчик лучше соображает уже постарше. Иди, обрати внимание, сынуля. Джорджик. Джордж, come on, please. Okay? Understand English only. Not Russian. Okay. You want this one? You want this one? Oh. This one cannot. This one cannot. This one very little one. Very small. Okay? Very small. Такой ты хочешь? Ты выбрал сам себе игрушку и хочешь? You wanna buy it? You wanna buy? You wanna buy it and take to home, yeah? Please, do your choice now. Not this one. So this one very small, very small. Okay? No, no, no. No good. George. Джордж, куда ты потащил? Он взял игрушку и понес. Вот такая у тебя есть дома, да. Скажи, папа, хай, папа, привет, папа. Зачем где-то такая штучка с нуля? Ты, как ты считаешь, она для чего? Она с горки катается, у нас дома две таких. Вот зима наступит, зимушка, зима. Пришли в магазин игрушек, и Джорджик прям обожает этот магазин. Готов тут. Yeah, you wanna this one? Please, please. We have two. We have two already. Like this one, okay? Please take another one, okay? Because you have like this one two already, okay? Why do you want this one? George, you listen to me, George. You listen to me. No, no, no. Cannot, cannot. Tell bye-bye. George, tell bye-bye, please.